Для восполнения водных биоресурсов в Славянском районе в хуторе Прикубанском в естественную среду был осуществлен выпуск «Молоди русского осетра» по эко-программе «Строительство моста через Керченский пролив». В реку Кубань было выпущено в общей сложности более 500 000 мальков. Из них до взрослого состояния доживет только 30%. Многие погибнут от хищных рыб, другие, к сожалению, от рук браконьеров. Русский осетр занесен в Красную книгу, но, несмотря на запрет вылова, этот вид рыбы под угрозой вымирания. Самцы русского осетра становятся половозрелыми в возрасте от 8 до 13 лет, самки – от 8 до 20. Взрослые особи достигают длину до 2 метров. Экологические мероприятия позволяют сделать еще больше для сохранения уникального генофонда азовских подвидов осетровых рыб.